Всем привет! И сегодня мы тестируем две шоколадки под названием «Вдохновение». Ну, я как человек, который родился в СССР, я пробовал вот тот настоящий шоколад «Вдохновение», который когда-то был, продавался. Вот я вам скажу честно, он был самым-самым вкусным шоколадом, пожалуй, вот из всех, которые тогда можно было купить, который вообще когда-либо продавался. Ну, тут мы видим «Вдохновение». Также была балерина нарисована. Мы уже попробовали с дочкой по одной. Собственно, поэтому я решил заснять этот ролик. Кто у нас его делает? Делает у нас его кондитерский концерн «Бабаевский». Вот, крупным планом. Россия. То есть «Бабаевская шоколадная фабрика», как раньше она называлась. Ну и Анечка, подожди, сейчас дам. Вот. Упакован он, конечно, уже похуже, чем раньше. Раньше не выскакивали эти шоколадки. Просто замечательно. Ну и вот на вкус я вам вот сейчас откушу. Я вам скажу, что ничего общего вот с тем советским «Вдохновением» вот этот шоколад не имеет. Вот это, если раньше он был действительно, вот его откусываешь, и вот «Вдохновение» — это было что-то нечто, это было очень-очень вкусно, то сейчас это, наверное, это самый плохой шоколад, который я вот в последнее время пробовал. Стоит он совсем недешево, у нас он стоит 58 рублей. Но то есть дорого. У нас шоколадки, которые стоят в два раза дешевле. Я не знаю, они раз в 10, в 20 даже вкуснее, чем вот этот. Вот так. «Вдохновение» — горький шоколад с миндалем. Знаете, раньше он был просто «Вдохновение», и все. Только один тип. Сейчас там видов 5, что ли. Я вот взял 2 на пробу. Ну, просто решил побаловать дочку. Думал, что это будет «Вдохновение». А оказалось, что это разочарование. Вот если бы они вот здесь написали «разочарование» и такую морду печальную, вот это было бы честно. А вот так еще медали тут нарисовали, 76-й год. Ну вот это обман. Вот честно, я поэтому и решил снять этот ролик, что не надо его покупать. Пройдите мимо, купите что-нибудь другое, но только не это, потому что это настоящее разочарование. Ну и теперь попробую вот такую вот с фисташкой. Честно говоря, я его не пробовал еще пока. Делает у нас также концерн «Бабаевский», тоже ПТУ, и этот ПТУ, и этот ПТУ. Таким ГОСТом тут и не пахнет, хотя раньше было только по ГОСТу. Ну, из коробочки выскакивает уже получше. А вот как он на вкус, сейчас я вам скажу. На, бери, кушай. Ну, вот этот получше. Вот, все-таки фисташка дает свой определенный вкус. Он повкуснее, но ничего особенного. Правда, совершенно ничего особенного. Вкус фисташки. Фисташка забивает все. Ну, в общем, так, что-то средненькое. Если это вообще сплошное разочарование, ну вот этот шоколад такой, ну, 50 на 50. Знаете, если бы он стоил 20 рублей, я бы сказал, да, или там 15 рублей, я бы сказал, да, неплохой шоколад. Можно покупать вполне. Но за 58 рублей оно того не стоит. В общем-то, тоже разочарование. Яркий пример, когда, я не знаю, блин,
эффективные маркетологи взяли старое прекрасное название и все испохабили. В общем-то, сплошной обман и разочарование. Ну вот и все. Покупайте что-нибудь другое и получайте наслаждение. Но только не это. Пока-пока. Ставьте лайки. Да, ставьте лайки. Пока.